Любовь моя, авианосца. Два фантома на катапульте, а Хоккай давно в небесах. Тишина на командном пункте, крови бешеный стук в висках. Вот пойдет боевая работа, по 2000 вылетов в день. Не беда, что сегодня суббота, нам работать всегда не лень. Мы в Танкийском заливе, как боги, Enterprise, Midway, Constellation. Уносите быстрее ноги, наше место в Янки Стейшн. Тут же бродит веселый рейнджер, поспевает за ним Китти Хок. Это вам не дряхлый Эвенджер, USA, Совет Флинт, с нами Бог. 3-2 раз и закончен отсчет. Впереди будет жаркая схватка. Вот и начался массовый взлет. Нашей стае будет не сладко. Мы летим на Ханой, Хайфон. На дороге мосты, переправы. Хо Ши Мину приснится пусть дядюшкин сон. Пусть весь мир завопит. Вы не правы. Да, мы боги войны, мы корсары, мы стальная рука Iron Hand. Мы несем за собой только смерть и пожары, и не будет для вас никогда хэппи-энд. Но интрудер упал от взрыва ракеты, и корсар завалился с потерей хвоста. Эй, фантом, что был слева, где ты? Ну где ты? Русский миг? Мне придется дойти до конца. Дотянуть бы до палубы авианосца, кровь залила лицо и глаза. Захожу на посадку вроде бы с носа. Финишор захватить бы, найти тормоза. Вот и сел. Давай передышку. Я в каюте один забываю, как волк. Потерял я троих, это слишком. Есть ли в этом маразме какой-нибудь толк? Звонок в каюту, доклад с поста. Послушай, парень, все неспроста. 4 ночи, чуть что рассвет. И шторм на море, и мыслей нет. А что случилось? Да просто так, с авианосцев был подан знак. Радиограмму принес матрос. Вот перехват, эфир в разнос. На УКВ сплошной бедлам. Корреспонденты то тут, то там. Похоже, парни, пошел отчет. И это будет одновременный взлет. Да что там слышно? Иди на борт, и ты увидишь жестокий спорт. Сигнальщик сверху в трубу орет. Фантом, второй пошел на взлет. 6 баллов. Море. Им не беда. Она скачает, как всегда. Вот с Мидуэя пошел корсар. За ним интрудер, как божий дар. А что сегодня? Да Рождество. И вдруг их к черту всех понесло. Мы с Янки Стейшн, мы посреди. И 8 сразу. Пойди найди. Вот Констеллейшн, вот Мидуэй. А рядом Рейнджер. Старик, скорей. А если будет и Китти Хок, то это будет просто шок. В эфире слышу позывной. То Саратога, о боже мой. И Климекс рядом, то Энтерпрайз. Такой веселый для нас сюрприз. Пилот в эфире грохочет так. Ушел Дипача, пошел атак. Таких Дипача, таких атак. Все по Вьетнаму. И просто так. Я к командиру. Доклад в Москву. Массовый взлет. Все наяву. Генштаб оценит. Все разберет. Сигнал же сразу в Ханой пошлет. Там парни наши. Все под стать. Летчиков учат на мигах летать. Зенитно-ракетные войска будут сбивать в 1,5-2. Над Танкийским заливом самолетов река. Строится в группы стальная рука. Бомбы, ракеты и даже напалм. Все будет сброшено на Вьетнам. 25 декабря 72-го от Рождества Христова. Все вроде бы страшно, но все не ново. Позже узнаем, разобравшись едва. Операция Янки, Лайнбрейкер 2. Их авиация для воздействия провела подлую операцию возмездия. А кто источник? Корабль «Курсограф» с группой «Оснас». И нас здесь много на этот раз. А кто вы? Кто вы? Разведка ТОВ. Спецназ бригада. Такая нам под конец награда. Старший лейтенант Карев.